поднимаются на сцену представители команд, представители пирообеспечения, наши почетные жюри, уважаемые жители и гости города Смоленска, скажите, пожалуйста, вам понравились выступления участников фестиваля? Как вы считаете, фестивалю в будущие годы жить? Мне больше нечего добавить. Город Дубна. Дорогие друзья, сейчас мы вручим награды нашему пирообеспечению, которые обеспечили нас пиротехническими изделиями. Это три компании. Итак, третье место у нас пирообеспечение награждается компания «Пирокаскад». Второе место пирообеспечение вручается команде «Орион Арт». Первое место, и вы это прекрасно видели, по пирообеспечению заняла команда «Большой праздник». А теперь приступим к награждению участников. Диплом лауреата фестиваля вручается команде «Пирокаскад». Диплом лауреата фестиваля вручается команде «Большой праздник Баку». Диплом лауреата фестиваля и команде, занявшей третье место, команда из Норвегии. Диплом за второе место и диплом лауреата фестиваля вручается команде из Болгарии «Огненная хризантема». Ну и самый волнительный момент. Диплом лауреата фестиваля. А самое главное, диплом за первое место вручается команде «Пироостров Казань». Еще раз поблагодарим участников фестиваля, и пусть они, как и вы, запомнят этот замечательный вечер. Дорогие друзья, у нас еще несколько призов. Это приз зрительских симпатий Баку, Азербайджан. Сейчас я достану телефон, мы объявляли голосование ВКонтакте, и мы посмотрим, кто у нас занял. Пироостров Россия, Татарстан, 4% дали, но это ВКонтакте наши. Пирокаскад Россия, Москва, 13%. Норвежская команда Осло, 26%. И все зрители ВКонтакте, 52% дали Азербайджану. Еще у нас призы, мы в этом году сделали специальные призы. Ну, золотые кольца нашим победителям, первое, второе, третье место. С настоящим пиропом, пиротехническим камнем, по легенде, который из крови дракона. Первое место у нас получит платиновое кольцо команды, которая заняла первое место. Пироостров. На память амулет. Второе место. Золотое кольцо с пиропом, с настоящим. И третье место. Серебряное кольцо с чернением на память. Пиропом. Грант фейерверк, который нам исполнит компания «Орион Арт». И на этом завершается фестиваль. До следующего года.